Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот у нас поросятки. 9 поросяток, пока мы их попробуем трошечки, скажем так, от мамы убрали, чтобы она их не потоптала. Они немножко у нас вот тут расщухаются и тогда поедут к маме. Новый способ, так скажем. Ну, посмотрим, получится, не получится. Проколем их завтра, на второй день жизни проколем их этим самым, как называется, глюкозой. Поддержим немножко. В общем, глянем, что будет. Потому что поросятки, когда слабенькие, первых 3 дня у них очень критичный. И они очень часто гибнут именно в первые 3 дня. Свинка после опороса то придавит, то сядет на них. Так вот, мы попробуем сейчас избежать этого всего. Сарай у нас же не отапливается. Поэтому вот таким образом будем их немножко отогревать и подкармливать, к маме носить, ну, по времени. Поэтому смотрите дальше видео. Попереживайте со мной за жизнь поросяток. Ах, какой-то шланг длинный родился. А ты черномазик. Хватит кусать брата. Шкурка еще не слезла с ним. Ну, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.